Доброго утра по-домашнему вам желают Юрий Варламов и Евгения Доровская. Да, доброе, несмотря ни на что, особенно на комаров, которых сейчас утром предостаточно. Я смотрю, и Женя почесывается. Так они везде, посмотри, что ладно бы просто почесываться, чего только про них не говорят, про этих кровососущих. Если ты про то, что они с другой планеты, их можно дрессировать, то это не так, Жень, это неправда. Но про другие, не менее страшные мифы мы сегодня еще поговорим, а пока коротко о том, что ждет нас в этом выпуске. Надоели комары, надоели мошки, а какой-то барнаульский исполнитель хлопает в ладошки. О своих душевных переживаниях поведает Александр Волокитин в клипе «Мы». Партия сказала, партия сделала. Сегодняшняя советская кинохроника о том, как преобразовалась Горно-Алтайская автономная область с приходом к власти советов. Как с помощью народных средств отпугнуть кровососущих и облегчить свои страдания после укуса, узнаем из нашего полезного знакомства. Как узнать, будет ли у вашего ребенка аллергическая реакция на укусы или нет? Любопытные подробности об аллергии раскроет семейный доктор. Юр, ну ты-то вот чего не чешешься? Не чешусь, потому что... Что бабушка говорила? А? Хватит чесаться, гангрена будет. О, вот мой. Так вот, имей в виду. Бабушка, пора давно сценарий к фильмам ужасов писать. Миф этот сильно преувеличен. Если просто почесать, да ничего не случится. Да, но известно же, чем больше чешешься, тем больше чешется. И если расчесать до крови, вполне можно получить заражение. Вот и приходится мучиться и терпеть. А что ты знаешь про мучения? Давай вместе посмотрим сейчас клип, и ты поймешь, что комариные укусы – ничто рядом с душевными терзаниями. Ой. Сильное становится слабым. Нежное становится грубым, когда остаются лишь знакомые фото, и к глянцу предательски прилипают губы. Сильное становится нервным, сильному хочется валерьянки. Сильный становится плаксивой девкой, сильный вроде бы танк, но из бумаги не делают танки. И это не совсем красиво, если сила сама собой. Слушала всегда группу Limp Bizkit, а начинает петь Бейлис и слушать группу Backstreet Boys. Никто никого не насилует, никто не пинает силу ногами, но от нее остается силуэт, растоптанный слабыми нами. Сила начинает стекаться билетристикой и слогами. Ответы у дедушки Фрейда, Хемингуэя и Харуки Мураками. Пускай нам будет уроками все то, что мы натворили. Давайте, люди, не будем уродами без имённой фамилии. Мы расцарапали лица, мы сами себе капитаны. Мы будем улыбаться и злиться и думать, что есть еще связь между нами. Мы будем стирать обои и читать газеты под ними. Мы будем ждать момента, который придет и все с пола поднимет. Мы расцарапали лица, мы сами себе капитаны. Мы будем улыбаться и злиться и думать, что есть еще связь между нами. Мы будем стирать обои и читать газеты под ними. Мы будем ждать момента, который придет и все с пола поднимет. Нас очень сложно с места сдвинуть, пока не ударит ток, который остается тату на спинах и заставляет курить потолок. Мы не догадываемся, что завтра может лавиной накрыть, и вроде бы до гор миллион километров и местный рельеф спокойно бит. Какие-то злые дети рисуют на асфальте белые классики, и что-то внутри заставляет браться за голову или за стихи. Когда есть повод пить водку, но пьешь непонятную жижу. Говоришь о том, на что смотришь, но сейчас каким-то все размазанным вижу. Ты понимаешь, ничтожный, все эти вокруг уе. И все очки, чтобы закрыть глаза, непременно солнцезащитные. Кто-то сидел в кровати, накрошил и почти доел. И все, что произойдет завтра, мы будем просто тащить на мне. Ты не казалась решительной,
решительной для меня никогда вообще. Почему же мы стали заложниками этих собранных миг вещей? Почему мы стали основоположниками этой красоты? Мы стали на миг художниками, и остался, ну где же ты? Мы расцарапали лица, мы сами себе капитаны. Мы будем улыбаться и злиться, и думать, что есть еще связь между нами. Мы будем стирать обои и читать газеты под ними. Мы будем ждать момента, который придет и все с пола поднимет. Нас очень сложно увидеть, пока не включили свет. Мы светим с тобою лица друг другу, мобильными в темноте, пытаясь увидеть хоть что-то, натягивая улыбки на лица, не понимая, что это маски, несмотря на какие-то принципы. Мне никогда не нравились сказки с непонятными принцами, и нечего ими травиться, легче отравиться им самим. Твой витамин С заменили на горы вязкого сахара, в котором, если залипнуть сильно, можно долго глаза не продрать. Вроде бы все на месте, и вроде бы все довольны. Сильные стали слабыми, слабые сильными, но какой-то сквозняк на балконе, и в номерах телефонных появляются новые чипсы. Совсем скоро мое терпение лопнет, и я сбегу куда-нибудь в горы, подальше от комариных полчищ. Ну, в таком случае бежать тебе и бежать, и бежать, и бежать. Когда-то, и правда, комары на Алтае заканчивались уже в предгорьях, сбежать было куда. Но сейчас то ли комары двинулись дальше, то ли мы сами их туда заселили, но спрятаться вот от кровососущих в популярном туристическом месте в любом, по-моему, очень сложно. Не знаю, все равно, мне кажется, их там заметно меньше. Не знаю. И достаточно проехать чуть дальше от туристических мест, районов, так там их вообще нет. Есть еще, да, есть еще теория, что в Советском Союзе даже комары трепетно относились к законам, даже негласным, и не пересекали границу с Республикой Алтай. Неузнаваемо изменился горный Алтай за годы советской власти. Свидетель этих перемен – Чуйский тракт. Да и на самом тракте ничего не остается неизменным. Он благоустраивается, хорошеет. Дорогой жизни называют алтайцы Чуйский тракт. Это дорога в новую светлую жизнь, которую дала алтайцам советская власть, родная коммунистическая партия. На Алтае говорят: если у тебя мало друзей, жизнь сладонь. Много друзей, жизнь просторная, как Чуйская долина. У алтайского народа много друзей. Он живет в единой семье равноправных советских народов. Всех разморило от жары, в саду сейчас прохлада, но так кусают комары, что хоть беги из сада. Бежал утром на работу от комаров и вспомнилась строчка из детского стихотворения Агнии Барто. О том, как защититься от летних паразитов, говорим сегодня с врачом-натуротерапевтом Виктором Логвиновым. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Витальевич. Принцип натуротерапии в том, чтобы устранить причину болезни, а не снять ее симптомы. А как защититься от причины комаров-то? Из природных компонентов, ну, всем известно, мне приятнее всего гвоздика. Ну, сейчас чуть позже об этом поговорим. Вот такое ощущение, что насекомые научились адаптироваться к репеллентам, и никакие средства уже не помогают. А есть ли народные методы защиты? Ну вот, народные методы защиты. Ну, я вырос в селе, мы тогда зажигали в ведрах компост, чтобы он окуривал участок и отпугивал. Можно пользоваться отварами, настоями и другими препаратами из лекарственных растений, которые легко можно найти в аптеке. Вот. А гвоздику можно в магазине найти, и базилик, и прочее, и эвкалипт, и прочее. То есть действительно вот гвоздика действует? Да, многие ароматические, в том числе вот анис вы называли. Вот. Но мне, я предпочитаю гвоздику. Есть даже для детей, для отпугивания комаров, чаще всего препараты делают из даже промышленного производства из гвоздики.
Ну, а говорят, что отпугивают запахи валерьяны и табачного дыма. Так ли это? Рекомендуете? Нет? Я бы не рекомендовал пользоваться особенно табачным дымом вообще никому, ни для какой цели. Даже отпугивать комаров? Даже отпугивать комаров. А валерьяны? Валерьяна – дело вкуса. Если вы, я не пробовал использовать валерьяну с этой целью, но тех, у кого это получается, могут. Ну, единственное, это менее, наверное, приятный запах, чем у готики. Угу. А можно ли сделать в домашних условиях, например, какой-нибудь фумигатор, залить что-то? Совершенно верно. Хоть настой, хоть настойку названных лекарственных растений можно использовать. Ну, каким образом? Расскажите поподробнее вот, процесс. Можно выпаривать. Пошел в аптеку, да. купил, принес. Да, либо настоял в кипятке, либо залил спиртом 70-градусным. И если заварил, то уже можно сразу использовать, а если настойку сделал на спирту, то через 5-7 дней она будет готова. Так, куда? 1:10. Куда ее нести? Можно выпаривать на любом маломальски нагревающем приборе. Ага. То есть из какой-то мелкой посуды. Металлической. Ставим на плиту? Хоть на плиту, да, хоть... На солнце? На солнце. На солнечные лучи? Да, на веранде. И все, и без проблем их не будет? Ну, я думаю, совсем отсутствовать вряд ли будут. Какой-нибудь со мной да залетит? Да, но станет меньше. Станет меньше. Смазывать укусы чем рекомендуете? Вот хороший вопрос, я дам единственно правильный ответ. У меня, как и у большинства здоровых людей, не бывает реакции на укусы насекомых, даже пчел. Так. Если вот, комары и другие летающие насекомые, это хороший тест на уровень вашего здоровья. Mm-hmm. Если появляется какая-то на них реакция на укус, значит, вы нездоровы, значит, ваш организм сенсибилизирован, аллергически настроен. Нужно где обратиться... комары, укусите меня, давайте посмотрим. Потом посмотрите, еще как. Еще насмотримся, да? Да. Значит, надо или обратиться или к опытному врачу-терапевту, или к натуротерапевту, как я, или к аллергологу. Ну, в принципе, много разных можно способов. То есть тут и подорожник, и лист березы подойдет. Ну да, вот действительно, пошли мы в поход, покусали, да, комары. Можно даже жеванный просто. Негде заварить, пожевал и протер. И без проблем. Да. Исчезли. И слюна лечебная действует. Есть такое мнение, что комары боятся желтого цвета. Вот я как раз в желтом нарядился сегодня. Я думаю, что это миф. Это миф. Да. А не дальтоники. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор Витальевич. Итак, о том, как бороться с комарами, мы говорили с врачом-натуротерапевтом Виктором Логвиновым. Запасайтесь эвкалиптом и гвоздикой. Упрямый нрав у комара, но у меня упрямее все та же Агния Барто. Всем привет! Сегодня барнаульцы смогут наблюдать северное сияние. А еще будет снег. Это летом? Да и вообще, Алтайский край накроет песчаная буря. Не, ну а что такого? Прогноз погоды всегда врет. А я врать не буду. Возьму и расскажу всю правду. Пора покончить с враньем в прогнозе погоды. Приди и расскажи всю правду, матку. Запишись на кастинг ведущих прогноза погоды. 722-301. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья. Почти счастье, добрый мир, раз и навсегда. Сегодня мы говорим о мифах, связанных с комарами. И на очереди миф о том, что современные технологии и эффективнее, и безопаснее. Не надо далеко ходить. Например, возьмем ультразвук. Тысячи предложений чудо-устройств, якобы отпугивающих комаров.
Пробовали сами. Ну, что-то не работает. Я даже на телефон устанавливал такое. Комары спокойненько садятся на него и прохлаждаются. А вот животным это головная боль. И даже у меня, мне кажется. Ну, шарики за ролики. Не буду язвить. Еще говорят, что фумигаторы опасны для детей и домашних животных. Но вроде как это только миф. В составе таблеток и растворов для фумигаторов природные инсектициды, вытяжки растений. Они безвредны для людей и животных. Вот и в нашей кулинарной рубрике нет ничего вредного, исключительно польза. Вот худеешь ты себе, худеешь, правильно питаешься. Не пьешь газировки сладкие, не пьешь, друзья. А ведь так хочется иногда вкусных газиков попробовать. Есть выход из этой ситуации. Без консервантов, без улучшителей вкуса можно сделать домашний лимонад. И поможет нам в этом Андрей Сапсаев. Привет. Привет. Это президент Ассоциации барменов Алтайского края и просто человек с большой алтайской душой. Чтобы приготовить облепиховый лимонад, возьмите 200 мл содовой, 25 мл сахарного сиропа, 10 мл лимонного сока, 30 граммов свежемороженой облепихи, 10 граммов свежего огурца. Приготовим сахарный сироп. На деле все очень просто. В равных пропорциях смешиваем до полного растворения сахар и горячую воду. Лимон кладем в бокал. Выпускаем сок с помощью мадлера. Дома возьмите так называемую в простонародье толкушку. Потом в бокал добавьте несколько кружочков огурца и облепиху. Добавляем минеральную воду, сахарный сироп и немного льда. Лимонад готов. Второй рецепт нашей программы – это смузи клюквенный. Для смузи нужно взять 70 мл кваса, 50 граммов клюквы свежемороженой и 100 граммов моркови. Клюкву, морковь выложите в блендер, добавьте квас и стакан льда. Взбейте до однородной массы. Готовый напиток перелейте в бокал, оформите ягодами и кружочком моркови. Держите себя в форме, присылайте свои рецепты на наш сайт нашеновости.тв. А мы желаем вам с Андреем полезного аппетита. До новых встреч. Самый страшный из мифов – это то, что комары переносят СПИД, туберкулез и другие очень опасные болезни. СПИД и гепатит комарами не переносятся, но все-таки могут заразить другими не менее страшными болезнями. Правда, эти переносчики в основном живут в Южной Африке. У нас эти виды комаров просто погибают. Ну, хотя, говорят, теоретически у нас могут распространяться малярийные комары, но для этого нужно большое количество людей, зараженных вирусом, не дай бог. В общем, кроме дискомфорта, наши кровососущие проблем особо не доставляют. Но если у человека повышена аллергическая реакция, комариное лето может стать сущим адом. Разобраться с аллергией поможет наш семейный доктор. Сбор анамнеза – один из основных методов медицинских исследований. Как детектив, врач должен тщательно выяснить условия жизни, перенесенные заболевания, хроническую патологию, наследственность пациента. Кстати, к аллергии наследственность имеет прямое отношение. Например, если мама страдала аллергическими заболеваниями, то риск проявления аллергии у ребенка составляет 40%, если оба родителя – до 80%. Иногда этих сведений бывает достаточно, чтобы установить диагноз. Для определения причины значимого аллергена или группы аллергенов зачастую требуются лабораторные исследования. Мы можем провести обследование через кровь, где определяется через аллерген-специфический иммуноглобулин Е тот или иной вид аллергена, который позволяет выяснить конкретно, какой аллерген вызывает аллергическую реакцию. Иногда аллергия маскируется под острые респираторно-вирусные заболевания. Александра Сколотина на протяжении нескольких лет лечилась от простуды, пока не попала на прием к аллергологу. Первые признаки начались при беременности. Сперва зуд в носу, чихание, глаза чешутся, слезятся. Если в весенне-летний период вы стали замечать, что появился кашель, чихание, слезотечение и насморк, то это повод обратиться к врачу-аллергологу. Вполне возможно, что это симптомы аллергии на пыльцу растений. Полинос, сенная лихорадка, аллергический ринит. Все эти названия определяют одну проблему – аллергию на пыльцу растений. О том, что может помочь в нелегкой борьбе с аллергией, узнаем прямо сейчас.
Покраснение глаз, насморк, першение в горле, кашель. Все эти симптомы аллергии Артемий испытывает каждую весну. Уже много лет подряд я знаю точно, когда зацветают береза и ольха. Раньше помогали какие-то таблетки, капли, но сейчас пытаюсь снять симптомы с помощью физиолечения. Если болезнь не лечить, она развивается по нарастающей. Аллергический насморк может перерасти в бронхиальную астму. Помимо применения препаратов, можно использовать такие природные факторы, как магнитное поле, световое излучение, тепло. Прибор Унилор стимулирует местный иммунитет, обладает противовоспалительным, противоотечным действием. После курса лечения восстанавливается обоняние, прекращаются позывы к чиханию, снижается бактериальная чувствительность к аллергенам. Приобретайте Унилор компании «Еламед» в аптеках «Хелми» и магазинах медтехники города. А также узнавайте по телефону горячей линии 8 800 200 0113. У нас программа гуманная, ни в коем случае к убийствам мы не призываем. И не собираемся, поэтому любите комаров и берегите их. Пока из себя, они же наши младшие пока братья. Пока из себя не выведут. Это было «Утро по-домашнему». Увидимся. Пока. С новостями на этот день в студии Кирилл Политов. Здравствуйте. 530 километров дорог будет построено и реконструировано в крае в этом году. Всего в регионе на ремонт дорог из бюджета всех уровней направлено более 11,5 миллиардов рублей. Средства распределены во все районы края. Отремонтировать в том числе планируют более 800 мостов, уделяя особое внимание безопасности автомобилистов. Об этом и другом рассказал губернатор региона Александр Карлин в эксклюзивном интервью нашим новостям. Полная версия выйдет на нашем канале на этой неделе. Природный протеин. Сегодня крупнейший производитель растительных масел в Сибири презентует масштабный проект по производству высокопротеиновых соевых бобов. Компания посеяла специальные канадские и белорусские сорта на площади более 2000 гектаров. В планах увеличить посевы в 7 раз. Отметим, что урожай соевых бобов соберут в Алтайском крае впервые. Сегодня ключевой день на чемпионате Сибири по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой». Буквально момент истины. Именно в этот день определят победителей. Соревнования проводятся в Рубцовске на Склюихинском водохранилище. Сообщается, что в турнире участвуют сильнейшие спортсмены России. Каждый регион представляет до 6 человек, среди которых 3 спортсмена, в том числе девушки, тренер и судья. Зрелищные соревнования на бурной воде – одной из красивейших рек Алтайского края. Всероссийский фестиваль «Кумир-2016» проходит в Чарыжском районе на реке Кумир. Помимо водного туризма, участников ждет конкурс песни, состязания в мастерстве сооружения биваков и многое другое. В мероприятии участвуют более 100 туристов в возрасте от 14 до 21 года. Ну, не только из Алтайского края, конечно же, но и соседних областей. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго!